Итак, следующим шагом нам надо обновить систему. Если вы новичок, то вы можете. Нам надо нормальный source list, да? То есть вы можете набрать Debian source list генератор. Где-то так и найдете кучу генераторов, либо найдите так репозитории. У меня они свои, которые уже достаточно там 1-2, но разберетесь потом. Поэтому сейчас мы работаем с PyCharm. Нам надо уже просто открыть. Значит, что мы делаем? Мы набираем nano apt surgelist. Так, сейчас я еще здесь сразу есть. Можно, знаете, что нажать, кто соскучился? Ctrl-M. Тогда у вас должна... Стой, секундочку, вот так вот сделаем. Ну и так тут работает. Это вдруг... Так, почитайте справку. Ctrl-M, чтобы работал нано-мышь. Значит, прокруткой посмотрим файл. Так, ну и тут вот внизу вы вставляете свои. Я свои. Дальше. Ctrl-O, Enter. И выходим. Ctrl-X. Апдейт. Все, как вы видите, все работает нормально. Пошло обновление. Первый раз будет, может быть, долговато, пока будет скачивать. Далее обновляемся. Апгрейд. Enter. И обновляемся. Если надо перезагрузить то компьютер, то тут reboot вводите. Но он тогда выйдет SSH, надо будет опять заходить. Так как мы видим, что Linux ядро обновлялось, то лучше всего мы перезагрузимся. Басик, не надо комментариев. Сейчас надо покормить кошечку. Так, все, я ввел перезагрузку, поэтому сервер вот перезагружается. То есть надо сейчас по-новому войти будет. Все, зашли. Там больше настроек SSH, но это уже потом. Не надо сейчас все грузить в одну кучу и побольше. Уже будете понимать, с чем разбираться. Так, установим Midget Manager. Apt install ms. Так,
Да. Это файловый менеджер, который нам может понадобиться. Он и ФТП имеет, и все много-много чего хорошего. Потом я постараюсь команды записать. В видео будет ссылка. Ну, в принципе, тут никаких сложных. Запускаем MS. Вот с этим вам тоже надо разобраться будет. Две команды, по крайней мере, это Nano, это не Vim. И здесь можно будет, здесь очень удобно все. Обычный менеджер. Так что разберетесь, да? Давайте здесь есть редакторы, мы будем нано. Вот наша папка Home. Давайте мы здесь сейчас проверим, где мы находимся. Это я понимаю, что, ну, может, кто-то не знает. Папка Home. Создадим файл. Нано. Нано PyPy. Питон файл. Создадим. Enter. Ну и напишем. А присвоить значение 5. Вот сразу видите, разметка есть здесь. Ну, почитайте, тут все легко. Ctrl-0. Вот наш файл появился, видите? То есть работать легко с ним. Тут по клавишам надо. Ой, не то нажал. F3. Просмотр, по-моему. Сам буду вспоминать. Поэтому, ну, быстренько мы сделаем все это, не переживайте. Так, с этим разобрались. Да, редактор у нас есть. Да. Теперь давайте очистим нашу систему общей командой. Так, тут надо нам что-то у нас тут наставилось всего. Ага, суда. Я же суда не устанавливал. Апдейт общие команды, ну, без суда у меня, поэтому не хочется мне сейчас. Авторемов. Так, ничего нету. Автоклян. Апклен. Так. Обновим групп. Грут. То есть граб. И сразу установим очень важную команду, которая в Debian используется. Утилиту apt install аптитуды. При помощи нее очень удобно устанавливать. Почитайте, вам задание почитать в интернет. Ну, например, старые файлы конфигурации удобно удаляет. Допустим, UpToDate Purga Park-S. Все, старая конфигурация будет удалена, все, которые система будет чистая. И при помощи нее можно всегда все установить. Грубо говоря, наша система
подготовлено, потихонечку будем уже программное обеспечение устанавливать. То есть вот дошли до того, что привели систему в рабочий порядок, обновили, в общем, все нормально. Ну, позже потом продолжу уроки.